Дипломом за активное участие в празднике-конкурсе духовных песнопений награждается Кондратеня Анна. А также Евсения Дарья. Также за участие награждается Черкун Максим. Синюкович Марина. За активное участие в празднике-конкурсе награждается драматический кружок «Гротеск», городской дом культуры. За активное участие в празднике-конкурсе духовных песнопений награждается Суринт Нина. Лодка Сергей. Тамара Локтыш. А также вокальный ансамбль «Журавины». Сейчас более высокие награды. И начнем, пожалуй, с театрализованных постановок православных обрядов. Дипломом второй степени награждаются воспитанники детского сада номер 1 за постановку «Гуси-лебеди». Награждаются воспитанники воскресной школы за постановку «Теремок». Ваши аплодисменты. Поддержим победителей. В номинации «Художественное слово» дипломом третьей степени награждается Алифер Иван, воспитанник воскресной школы прихода храма святителя Тихона. Дипломом второй степени награждается Занько Анастасия, средняя школа номер 2. Дипломом первой степени приятно наградить Климовец Марину, Куковская средняя школа. Вокально-хоровое искусство. Дипломом третьей степени награждается Кирилл Муха. Дипломом второй степени награждается народный ансамбль народной песни «Заповед». Заслуженно награждается хор прихода храма святителя Тихона. Спасибо всем, кто пришел на наш праздник. От всей души желаем вам крепкого здоровья и успехов. Всем нам по вере воздаст наш Господь. Бессмертна душа, а непренная плоть. Верьте и будьте по вере вам вашей. Пусть ваша жизнь станет лучше и краше. Божьей помощи всем. Доброй жизни, в трудах. Всего спасибо за внимание. Да, не ожидали, что столько пришло, вот так хорошо. Будем так всегда поддерживать все праздники наши. Всего хорошего.